Ну что же, добрый день еще раз. Курс добра, курс дополнительного образования. Опять я на берегу Волги. И сейчас около 4 утра, 4:30 может быть. Солнышко уже взошло. Сейчас начало августа. Вот, и вы видите опять Волга, как и 2 года назад. Рано утром покрыта туманом. И туман поднимается даже в город. Вот. Ну, вспомним, повторим, да, это урок, это иллюстрация того, что происходит с человеком, у которого нет хорошего образования, который не знает, кто он, где он, куда он идет. Вот не видно другого берега, представьте себе. Можно подумать, что это какое-то нескончаемое море или океан. Вот. Все на свете, как мы говорили, является уроком для человека, который должен научить его чему-то очень важному, как жить, как быть, кто он, к чему он идет. И вот туман показывает нам, что будет с человеком, который не имеет такого образования, которого, конечно же, современная система образования человеку не дает, к сожалению. И вот мы должны этот туман, как вот солнышко сейчас встанет и развеет этот туман, да, согреет землю, согреет воздух. Вот такая же задача стоит перед нами, развеять туман незнания и приобрести хорошее образование. Вот за оставшиеся считанные месяцы до... до того момента, когда нам нужно будет эти знания применять. Вот. Настанет такой момент. И надо быть готовым. В тот момент надо быть готовым. Нужно, чтобы не было никаких колебаний и никаких неясностей. Вот. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Должно быть четкое понимание, знание и уверенность, твердое убеждение в том, что ты знаешь. Ну что, еще раз посмотрим на Волгу. И приступим. Я надеюсь, в следующий раз уже приступим к обучению чему-то очень важному.